Ну и что у вас получается? А где катались? Нормально? Нормально, и там на разворот, и на другой дороге поедем. Шатает. Так, ребята, где Кушкулинский карьер? Сюда заехали. В принципе, грязь есть. Вот. Ребята здесь буксуют, интересно. Еду на летней резине. Абсолютно на летней резине. Как бы проезжает она спокойно. Ну, вообще как бы проблем нет. Да, но я еще межосевой дифференциал заблокировал. То есть как бы качусь легко, вообще легко. А вот здесь интересно, здесь тут никто не катался. Сейчас попробую. Ну, лишь бы не утонуть, как говорится. Утонешь. Что-то опасно как-то. Okay. Так. Здесь лед. Сейчас будем пробивать лед. Держи вот так. Так. Здесь лед. Сейчас будем пробивать лед. Держи вот так. Ой, что-то опасно, опасно. Опа, вали. Давай назад. Вот там озеро. Да, что-то это. Страшно. Пусть телефон уронить. Развернемся. Короче. Ребят. Снимаешь? Короче, там страшно одному ехать, помощи нету. Решил развернуться. Резина летняя. Бля, забуксовал. Буксуем? Где там буксовал? Покажи. Туда, туда. На льду буксовал. Он там. Ты на льду буксовал. Он там. Ты меня взял. Поехали дальше. Ты меня взяла в близко. Я выключу. Ты че ты? Ой, бля, снимай давай, Артём, снимай. Я не могу, телефон грязный. Сюда в окно снимай, в окно снимай. В окно снимай, Артём. Потом в этом, в окно снимай. Сейчас вытрусь. Так, ребят, сын снимал весь грязный, телефон грязный. Короче, жесть, весь телефон грязный. Все, давай. Прикольно.
короче, на этом карьере можно покататься, приехать, если что. Чисто на заднем приводе. Приехал на автодром, тут на квадриках катаются ребята. Снег жесткий, автомобиль проваливается. Видите, в раскачку его, чтобы появился зацеп. Немножко раскачали. Но повис. Вот на таком вот автотранспорте интересно кататься. Трамплин, прыжок. Красота. На квадриках установлены лебедочки. Таким образом сейчас зацепится. Этим квадриком немножко его стащит. А нет, это зарылся. Вон, видите, садится. Прям зарывается.